18 августа было проведено очередное совещание в формате круглого стола с предпринимателями муниципалитета, в рамках которого участие приняли Управление развития потребительского рынка и услуг совместно с Управлением муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии, отделом контроля за рекламой и художественным оформлением зданий администрации округа, а также руководством центра «Мой бизнес». Встреча была посвящена устранению выявленных нарушений и приведению в соответствие вида разрешенного использования земельных участков в соответствии с осуществляемой деятельностью. Участники круглого стола подписали дорожные карты по устранению выявленных нарушений землепользования.